у нас сейчас в фазе новолуния, в принципе, это в этом году один из самых хорошо наблюдаемых метеорных потоков. Единственное, у него есть особенность, чтобы насчитать больше количества метеоров, там может быть до нескольких десятков в час, это придется дождаться, собственно, утра, да, и вот... Это класс, блин. В числе и с точки зрения того, что очень многие люди из бывших наших постсоветских среднеазиатских стран порой ведут себя очень неадекватно. Я могу привести десятки примеров, когда я видел их поведение порой в торговых местах, на местах... Ёх, мама, блядь. Вот это навигатор засек. Поехали.
третьего года, да? Оберег. Вот тебе оберег. Живой? Все, ну звонит, звонит, руки не держит.
последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь дымный гудок и тошно. Никто не виноват, что нам стало смеяться с тобой труднее. Остались одни, жизни стало ясней, что... Она туда задом вот. Вот сюда вот сюда. Лев первую врубай, да. Первую? Так. Выключаешь просто на центр положение, возвращаешься. Вот, это все, вырубил. Не трав, теперь первую. Теперь максимум влево крутонируй. Максимум влево. Все, пускай сцепление. Тормоз отпусти. Да не надо газу! Она так едет нормально. Тормози. Стой! Блять! Пиздец! Мы этот снесли, да? Кому скорую? Блять! Все.
ты творишь? Дамир, так, я... Так, все нормально, все нормально. Не, я вот сейчас еду, думаю, может, правда, мы все вместе зальем? И родственник, и плиту, и эту всю хуйню. Ебать, урод, блядь. У нас? Да, блядь, врезался рядом мужик. Сука, меня осколками всего забуяли. Ну ладно, я под машину посмотрю. По-моему, он съем быстро решил.
Офигенно. А, не, я просто. Еще никто не шутил, как я и он. Он меня шутя посадил в пустой вагон. Товарищ, не переплачивай! В строительном буме цены ниже, правда? Краска фасадная, лаковая, на килограмм 759 рублей. Ёб твою мать!
О, авария. Ух ты, блядь. Надеюсь, это не игроки. Алло. А, чё я с ним связываюсь? Спрашиваю, что там, где готов? О, погуда куда чё? Так, вас. Олег! Ну что, нахуй? А? Ты проехал куда-нибудь? Проехал, но я плохие зубы проехал. Ох, ёб твою мать! Thank you.
Че, ебанутая? Блять! Ёбнутая нахуй! Ёб твою мать! Твою мать, блядь! Слушай! Опа! Ты за него, да? Приехали, хороший.
блядь, дебил нахуй! Сука, блядь! Долбоёб! Куда ж ты лезешь-то? История, блядь, собаку ветеринар. Ну какая мне разница, собака, извини. Собака, блядь. Извини, всё, давай, понимаю. ГАИ вызывать. Чё, а что делать-то ещё? Вызывать, я не спорю. Ты мне машину так... Ой, блядь, ты мне всю работу испортил, ебать. Обама. Направляем.
радио скорую вызывайте. Пойдем. Куда я пойду? Ну ты не придурок вообще.
градусов тепла. Як ти їдеш, ти, блін, баран? Ну как так? Да вот этот мудак, вот этот черный, блин, поехал.
Так что? Вот так сюда и сюда. Паспорт из срока на цинкле, гавч с оркестра рештель. Der Harischlaf. Wann hangist das sie? Es kennst du immer beim Hanel, also die Zap ist nicht kann nachui. Che che also die Küche knu wachten, weil es abgonchanem kes. Это, во-первых, нужно все-таки поставить какие-то рамки, и я считаю, что рамками здесь будет внедорожник. Вспоминаем предназначение внедорожника и то, что люди никогда не выезжали за пределы города, но все-таки хотели как-то... А да, но хотели как-то...
Ёпта, блядь. Ну аккуратнее надо. Аккуратнее надо. Этот город застрял в межсезонье, как рыба в сети. Или больше не меньше. Ёб твою мать, сука, вот це дебил, блядь. Да вы, сука, баратеся, блядь. Та ти йобаний, блядь, в рот, нахуй! Где ты? Может не она, может где-то нарвался. Он уже у него язык же. Вот, смотри, как режут, смотри, блядь.
Опа! Хорош. Чего там? Сели, а потом нашли исполнителя теракта, который жил в одном из районов Брюсселя, и его не выдавали. Ну что? А мы не проводили культ мультикультурализма. А у нас, вон, пожалуйста, тебя на Кавказе взорвали. И что дальше? И были страшные теракты. И Норд-Ост, и Беслан. Пидорас, блядь! Черногории, но ездит и в Сербию, и все. Нету там, там тоже только нет. Можно, вот как у нас в Советском Союзе, все по знакомству, только я там. То есть все там как бы места среди своих делят. Поэтому. Тихо, мама, все, перезвоню. Перезвоню. Давай. Все, пока. Пока. Долго думаешь, блядь? Есть контакт? Есть, нахуй. Живой, блядь? Господи! Господи! Это пошло!
Ай-яй-яй. Ой. Зараза. Ну вот. Просто красавца. Жупанихи, а? Из-за этого вот все. А вот ладно, да. Зайка, блин, давай это. Что, нас задело? Вот этому типу задело. А нас? Не знаю. Все, стой! Все! Хорошо, все, стой. Thank you.
Пиздец, я в аварию попал. Ну ты долбоёб что ли, блядь? Ну ты, сука, видишь, блядь, пешеходы вот идут, нахуй. Вот не увидел я. Как ты не увидел, блядь? Ты куда смотришь-то, нахуй? Стой, стой, стой! Блять! Тормози!
плов нашел. Прикинь? Ничего не побил, потому что даже там целлофан. Ну, бобов встречай! Ёбаный в рот. Вот он, бля, братан, как бы он не загорелся, но... Бля, он вылезти не может, что ли, или что? Да не, вылез. Записал он номер? Япона, мать. Ты, кстати, вот самое, твой регистратор работал, а ты увеличился на себя. Блин, чем у меня вот это вот что-то? Я вот сейчас что-то искал у Ляпыч, я взгляд прям бросил. Ох, нихера себе! Ты что, дебил, что ли, совсем? Погоди, надо... Твою мать, блин, а? Все, капец, приехали. Это вашему сердцу. При больших знаках дискомфорта и боли в области сердца примите кардиопрепарат Корвалмент. Кардиологичный эффект наступает швидко. Корвалмент. Швидка допомога вашему сердцу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Пиздец, блядь. Да.
маршрута, авария, УАЗик улетел, буханка с дороги. Буквально полтора километра. Ай, молодца! Бордюр режется. Нифига себе. Трындец. Маршрутка выехала. Ёб твою мать! Thank you.
сейчас рванем. Потому что так гудел. И что? Ой-ой-ой-ой! Молодец! Ну, поворачивай. Блин, останавливайся. Блять, права этот дебилом, блять.
ебаный в рот, блядь. Блядь. Пойду в милицию, они не могут мне разменять. Ё-моё! В милиции не разменяют. Вы можете подать заявление.
все окей? Да, все нормально. Ты в адеквате? А ты? В смысле? А ты-то в адеквате? Че в адеквате? Ну ты. В смысле? В смысле? Ну ты уебал мне в жопу, и кто в адеквате-то? Ну мы потом с регистратором посмотрим. С регистратором посмотрим? Ну посмотрим с регистратора. Посмотрим. А что я сделал с регистратора? Ты передо мной перестроился перед тобой? С чего ты взял, что перед тобой? Все, успел? Зачем? Я в своем ряду двигался. Я двигался в своем ряду. Да. Это твой ряд, что ли? Да, это мой ряд, зачем смотри. Ты Петяна делал? Нет. Ты такой мудрый, что ли? Я мудрый, да? Очень фамилию мудрый. Фамилию скажи мне свою. Давай. Моя фамилия Ебаньков. Как? Ебаньков. Ну все, поехали. Куда поехали? Езжай. Управляйте транспортным средством, товарищ водитель. А? Убирайте. Что молчите? Камеру. Стыдно?